Здравствуйте, друзья! С вами семейный юрист Антон Сарвачев. Сегодня прочитал очередную статью Камрада Бриссона про инцелов. И там прям была, в одном абзаце была, что называется, жиза интернетовским языком. Прям жиза была. Бриссон рассказывал про то, что вторая у него женщина в постели стонала как проститутка, как шлюха из дешевого порно. Такой, знаете, порно еще в переводе с володарским. Такой типа 21 век, да поздравляю, мы все сам. Вот это вот порно. И у меня тоже была такая девушка, которая также стонала в постели. Да, да, о да, о е бэби, фак ми. Вот такого вот формата. Естественно, что у Бриссона и у меня, у людей думающих, рефлексирующих, член тут же начинает падать. Ну что это такое? С тобой в постели лежит женщина, и она как будто пересмотрела порнухи. Зачем эти женщины? Кстати, напишите в комментариях, у кого из вас тоже были такие девушки, что называется, с озвучкой. Мы в нашем чате Телеграме, посвящались, и не у всех такое было, оказывается. Вот. Но таких девушек много, и зачем они это делают? Ну, на мой взгляд, ответ прост. Эти девушки, во-первых, они глупые, тупые. Тут нужно оговориться, не все девушки тупые, а которые делают конкретно так. Насмотревшись порно, думают, ну, своим тупым мозгом куриным, что мужчины это же самое порно не смотрели. И, соответственно, чтобы показаться в постели такой вот нефригидной секс-бомбой, они перенимают поведение, ну, так сказать, по формуле обезьянка видит, обезьянка делает, женщин из порнухи, из дешевой порнухи, которые, соответственно, вот такую вот дешевую озвучку, еще и в переводе володарского, значит, нам предоставляют. Но так как они тупые, они не учитывают того, что мужчины этой же самой порнухи пересмотрели в разы больше в свое время. И, ну, многим она приелась, у кого-то уже просто отторжение вызывает. И когда, вот, опять же, актрис, ну, тупая девушка, ей сложно быть актрисой, вот, актрис среди них очень мало, и поэтому получается вот супер наигранно. И получается, что ты лежишь в постели с девушкой, которая, ну, просто делает лютейшую дичь. Мало кому такое может понравиться. Хотя, ну, опять же, вот я и Бриссон, да, как и многие комрады мужского движения, мы, еще раз подчеркну, люди умные, люди рефлексирующие, а ум в сексе зачастую мешает. Практически всегда мешает. Может быть, если мужчина тупой, как гренка, вот, для него вот эта озвучка будет просто божественной. Он потом будет всем в комментариях, там, в интернете рассказывать, что у него была прям просто богиня секса. Но это надо быть очень тупым. Вот, в мужском движении, мужское движение, как правило, тупые люди не приходят. Ну и для чего они еще это делают? Для того, чтобы, во-первых, не показаться фригидными, как я уже сказал, и многие из них реально фригидные, то есть реально тупые фригидные девушки вот, делают именно так, на мой взгляд. Вот. И затем, чтобы ты своим друзьям, возможно, рассказал, что вот прям такая секс-королева, секс-бомба. По-другому заниматься сексом она не умеет. То есть лежит как бревно, чуть-чуть пошевеливается и вот такую озвучку из порно тебе выдает. То есть на этом у нее фантазия в сексе заканчивается. Ну, а что бы мы еще хотели от тупых людей? С уважением, кстати, отношусь ко всем тупым людям. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно прожмите колокольчик. И если у вас тоже были такие девушки с озвучкой, что называется, не обязательно володарского, а просто с озвучкой, напишите также в комментариях, так сказать, сверим часы, посмотрим, у кого сколько таких девушек было. Пока нас только двое, я и комрад Бриссон. А с вами был семейный юрист Антон Сарвачев. До новых встреч!